Назарбаев интеллектуальной школе принимают документы для поступления в 7 класс. 5 января в образовательном учреждении официально открыли прием документов для поступления. Что требуется от абитуриентов и как их будут оценивать, узнаем далее. Сроки принятия документов для поступления в 7 класс Назарбаев интеллектуальной школы с 5 января по 21 февраля. Почти за 3 недели заявки подали уже более 100 ребят. Впереди еще месяц. Количество заявлений увеличится в разы. Но обучаться здесь смогут только 140 детей, которые успешно пройдут конкурсный отбор. Он состоит из 2 этапов. Первый этап – это вот подача документов. После 14-15 апреля будет проходить тестирование комплексное, вступительное. Там первый день сдают они математику и количественные характеристики. И также первый раз у нас в этом году вводится – это предмет естествознания. Следующий день – это языковые предметы, казахский, русский, английский языки. Чтобы стать обладателем образовательного гранта «Елбасы-Уркин», будущим семиклассникам необходимо набрать высокий балл. Что касается тех ребят, кто пройдет пороговый уровень, но в список так и не попадет, то их оставят в резерве. Если в течение учебного года грант освободится, его передадут кандидату, который стоял в очереди. Максимум 1500 баллов, и зависит от потока. Если сильно будут претенденты, то балл гранта будет повышаться. Если ученик набирает больше среднего балла, так скажем, больше 700, он обеспечивает себе грант. Сам грант это обеспечивает учащихся бесплатным питанием, бесплатным обучением, бесплатным школьной и спортивной формой. А для учеников с региона, то обеспечивается бесплатное проживание в общежитии с 5-разовым питанием. Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить в приемную комиссию следующий перечень документов. Необходимо подать заявление на участие в конкурсе, заполнить анкету, предоставить копии свидетельства о рождении претендента ИИН, удостоверение личности претендента в случае наличия, копия удостоверения личности законного представителя с указанием ИИН, копия табеля успеваемости и поведения претендента за предыдущий год обучения, предшествующий классу обучения в интеллектуальной школе. Требуемые документы должны быть заверены подписью руководителя и скреплены печатью соответствующей организации образования. В случае сдачи документов до окончания первого полугодия 6 класса сдается табель за 5 класс. После окончания первого полугодия 6 класса сдается табель за первое полугодие 6 класса. Всего в Назарбаев интеллектуальной школе обучаются 640 детей. В этом году образовательное учреждение закончит 121 студент. Алишер Ашимов, Михаил Казначеев. Итоги дня.